Всем привет, друзья! Opus Magnum, и сегодня делаем зелье смелости. Странно, а тут перегнанный спирт написано. Ну, видимо, да, зелье смелости оно и есть. Так, вот такую штуку нужно слепить, а значит, нам нужно один из этих элементов, любой, расплавить и поставить вот в эти штуки, да? И два целых поставить. Всего их два у нас. Так, как сделаем? Сделаем. Пока не знаю. Нужно. А, ну нам нужна вот эта счалка. Трешка. Вот. Значит. Ну вот пусть вот эти будут у нас, значит, вот отожженные. Их сюда нам нужно будет поместить. Так, и получается, что у нас продуктов только две реагента. Ну давай зеленую будем жечь. Вот в этой плавильне. Вот так. Сюда манипулятор. То есть он берет отожженную сюда. Ну, сейчас посмотрим. Сначала эту соберем, вот трешку. Потом включим красненький сюда. Так. Взял. Понес. Через плавильню, на ней останавливаться вроде не надо. Дальше пронес, бросил, вернулся назад, взял и вперед. Получается сколько, три раза, да? Бросил назад три раза, взял, потом вот такой маневр вперед и назад три раза. Вот вроде бы такая должна работать схема, смотрим. Понял, не работает такая схема. И через эту не пройдет. Можно монорельс захерачить, а все равно не пройдет. Давай выдвижной сделаем, наверное, не знаю. Так, а можно... А тогда мы не пронесем через эти отожженные, я хотел в первую очередь поставить. Так, а... Как бы так замутить-то? Давай ее выдвижную просто сделаем, вот эту херню, да и все. Вот этот уберем. Эту выдвижную поставим, да и все. Вот так. Можно для симметрии вот эту херню сюда переместить. Я, наверное, так и сделаю, чтобы красиво было. Это пусть пока будет, а мы с нее вот эту херню данные заберем. Вот. Да ладно, удалю. Значит, ему нужно взять первую голову, что он не так. Значит, он когда берет, нужно выдвинуть. Она обожжется. И задвинуть. И как бы готово, да? А что, два раза-то? А, я не ту команду сделал. Понятно. Задвинуть. Вот так. Блять.
Не тут надо задвигать, нахуй. Вот тут. Вот так. Ну-ка. Отпустил. Пошел за новый. Новый примослал. Взял. После того, как взял, выдвинуть надо. Вот здесь выдвинуть. И там он ее получается раз. Два раза, да, и задвинуть. Раз. Два. Вот как-то так должно оно работать. А, лишняя движуха с прошлой осталась. Так, где он? Вот тут ее берет. Надо вот так попонятнее будет. Вот он взял ее. А, вторая пошла. И третья. Выдвинул. Она поджарилась. Так, и вот этот, вот эту команду не надо здесь. Вот это убрать. Ну-ка. Так, стой ты нахер. Сейчас еще разок. Так. Все, он выдвинул ее. А, ну тут пропуск хода. Поехал раз. Вот эта команда не нужна. Вот так. Приблизительно. Ну-ка. Так, ну, вроде работает. А сюда нужно нам, он когда ее доделает, сюда приклеить нужно красное получается. Берем красное, манипулятор. Так, я начну им поворачивать, он заденет вот за эту херню, да? А я им не буду поворачивать, я разверну вот этим. Вот так. Или чтоб симметрично было именно им повернуть. Вот это можно развернуть красненько сюда. Вот так вот можно. Так, давай тогда сюда еще поставим, ну вот этот с удлинителем. Так, тогда вот эта херня мешает. Но если мы сюда переместим, вот эту херню вот отсюда будем брать. Во. Манипулятор только не этот надо, а другой. Вот такой. Во. Он берет. И поехал три раза. То есть сейчас он будет, он берет и уменьшается еще в размере.
Вот так вот, наверное. Ну-ка. Вот. И теперь он еще уменьшается здесь. Вот так должно сработать, наверное. Не сработало. Цепляет за вот эту, за рожалку, за эту нашу. Давай монорельс воткнем. Ну уж очень хочется, чтобы он... А здесь максимальная, да, он на самую коротышку идет. Да, вот он уменьшился. На самую коротышку здесь сдевает. Ну давай монорель сюда воткнем. Хочется, чтобы именно симметрично было более-менее. Так, это стоп, все. Это пока вниз опустим. Сюда монорельс. Оп. Ну или направляющая, как она там называется. Вот, тут он справляется. А вот когда он назад разворачивает, где-то здесь. Он один раз повернул. Вот сюда мы сделаем минус ему. Так, оп. А вот сюда плюс сделаем. Вот так. Ну-ка. Замечательно, ребят. Ну вот, собрали еще одну формулу. Спасибо за внимание. И всем пока.